За 5 вот таких домов администрация поселка Баэндай заплатила 16 миллионов рублей. В них планировалось переселить людей из аварийного жилья. Однако новоселье не случилось. Здания оказались непригодными для проживания. Тем не менее, муниципалитет полностью рассчитался с подрядчиком. Схемой заинтересовалась прокуратура. По результатам проверки против местных чиновников возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».